едем в соседнее село на дискотеку, ёптать. На картинге. Угнали у бати картинг. Вашу мать. Во, вот это ты улетел. Твою мать. Тут даже на дискотеку нельзя уехать в соседнее село. Не нафиг. Создать. Бродяги. Бродяга. В Донецке побывала, ёптать. Алло. Да. Так, я тут. А где Даня? А, он, походу, опять отключился и ушел с сервера. Что ты забор ломаешь? Это не я. Да ну расскажи. Это не я, это разбушевался какой-то чувак. Сейчас глянем, да, его нет. Покатили в КС? КС, 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 КС. Покатили в КС. Покатили? Дельфинчик. Блин, дельфинчик опять улетел. Взлет! Можно. Покатили, давай туда. Ливаем. Ай, это было близко. Я не могу остановиться, мне это прикол. Что у тебя прикол? Ой, ёптать. Смотри. Дельфинчик. Оп. Дай тачку. Зачем? Я застрял. Ага. Вот-вот. Сейчас все решим. Пролетел, где знать где. Вылез из тачки. Хорошо. Так, где Миша Кипер? Вот ты. Благодарю. Было прикольно. Стой, давай, подожди, дай, давай я тебе поставлю, так уже ясно. Давай. Это такие же. Это не... Ты сохранил? Да. А, да? Почему только у тебя переворачивается? А у меня гравитация, походу, не стоит. Все, а, за гравитацию не поставил? Не стоит. Полетел! А ты сейчас задом. Нихера себе. Чувак, вот это... Ясно. Надо еще где-то... Интересно. О, есть, короче, идея. Там где эти, понял? Возле больнички скейт-парк. А, я понял. Можно туда, но... Наши тарантайки не поместятся. На картингах. Вот-вот. А на картингах... Я на крышу упал. Понимаешь, когда Даня вот обижается, ему что-то не так? Я тут, чувак, чтобы ты знал. Ну хорошо, молодец. К тебе кто-то подсел, слышишь? О, бопар какой-то. А? К тебе кто-то подсел. Да-да-да, ты что? Здорово. Ну ты, Даня, обижаешься? Сначала ты обзываешь разными словами. А как я обзывала? Ты обижаешься. Вы за мной ездите. Просишь, чтобы ты... Да, Мик, да выйди из машины. Я опять... А, нет, все, не надо. Ты видал как? Чувак, я тебе когда-то... Подскажи настройки, постоянно пиши. Постоянно ничего не делаешь. Подпишись. Ну, чувак, ну потому что... Я не хочу тебя делать, потому что ты обзываешь разными словами. Как? Ты ни черта не делаешь, ты ничего не делаешь. Ты нифига... Я не обзываю. Карта. Ничего не делаешь. Ни черта не делаешь, ты лох, зачем? Она я говорю, лох. Полный осмотр сервака, взлетаем. Он пишет, дай настрой. Партизанская, скажи, плиз, настройки. Стой. И как я ему скажу, блин. Все, чувак, у меня конец бензина, я поехал на заправку. Давай. В этот, в авианосец. Там остановись же, что ли. Товарищ Хомяк, вы заходите? Нет, он обиделся, потому что у него нет настроек, таких как у нас. А блин, потому что вы вдвоем только играете. Ну потому что как с тобой можно играть, если ты обзываешься и все остальное. Да. Миха как ты не обижается.
Ну, Миша, спасибо. Да. Я вам должен был отомстить. Чистая месть. Дай тачку, лох. Все, нахрен, давайте иномарки. Хрень. Золотая. Ну да ладно. Прикинь, это Даня. Сам ты, понял? Это не Даня. Что сам ты? Чё? Странный Даня. А что сам ты? Что ты на меня сказал, это ты. А что сказала? Да не ты сказал, блин. То шо? Нормально. Так он сказал, прикинь, это Даня. Заходи на Серёгу. Чуть ли никто ничего не делает. По крайней мере, ты тоже ничего не делаешь. Потому что я это замечаю, и мне это неприятно. Влад, знаешь, сколько мы заработали? Характер как у девочки, или ты мужик? Что я тебе сказала тогда, а? Я на вас двоих сказала, потому что чтобы вы за мной знали. Он ничего не сохранил. Миха, ты не выйди зато. В эту. Ты вышел? Да. Я тоже не вижу. О, ты тут же? О, на БМВ. Решил поменять. Решил поменять. Золотой Жигуль. Блин, забыл, что спасает тебя гравитация. Гравитация. О, поставил. Зверь. А давай хвача на этих тачках, на таких же, на Астрах. Ну давай, поехали. Поехали тогда в этот, или здесь будем? Отсюда сразу и начинаем. Ну давай тогда, я на следующем этом. Давай новый фахту хвач. Как? Через экран, у меня ножницы. Ну у меня колодец. Ну хорошо, давай, меня короче хватит, давай. Сейчас я начну. Все, давай. Спускайся вниз. А меня уже нет. Так спускайся вниз. Мы же тут... ты ходишь по всему городу, да? Ты правильно подумал. Ясно. О, я прекрасно. О, тут же дно есть. Здравствуйте, Михаил. Куда вы там поехали? Моя тачка не тянет на гору. А кто эти враг? О, вон ты полетел, Миха. Я же тут. Вот зараза, где-то. Я же думал, мы там. А он меня надурил. Ах ты, падла. Ёханый бабоханый. Да чувак, я только что, короче, за что-то зацепился, не знаю, за что. За что-то я зацепился. Лети давай быстрее. О. Миха, давай ты квач, а? А чё так? Ты куда-то улетел на 200 метров, а я должен гнаться за тобой. Я же думал, это... хотя ладно, давай. Ты шо, падла? Слава богу, что я вот так вот не улетел. Иди сюда, я сказал. Иди сюда. Зараза, я ж тебя не догоню. Блин. Да. Ты хватит. Нет, не было. Что ты, чего не было? Ты что, водишь? Я тебе отвечаю, не было.
Ты тебя в шопу догнал? Не догонял. Че, гонишь? Я тебе даже вон покалечил. Че? У меня жопа всегда. У меня жопа всегда калеченная, ладно. А? Было. Как было? Я тебе только что бортанул. Долбанный столб, чтоб тебя. Ты шо, ладно, на парковку заехал? Крыса вонючая. С двумя отделениями бензина. Мне тоже все, я уезжаю. А, не, сейчас я оттуда спрыгну и поеду на заправку. Заправка. Заправка это святое. Заправка это покушать мне. Что, уже улетел? Ну, а что мне терять? Если что, заправка в другой стороне. Я так, на заметку скажу. Да ладно. Куда я улетел? Красава. Короче, я... Где этот долбанный авианосец? Я на авианосец. Только заправку не снеси. Сейчас бум! А то будет тебе бум. Я не могу остановиться. Где? Ты что, уже уехал? Да. Ты резкий. Ты где? Тут. Где ты лазишь? Ты вроде под мостом проехал. Я на аэропорту. Что, падла? Где ты там? А, вот. Колебал ты меня, угоняли. Иди, понял? Ты не зацепил. Как не зацепил? Ты все гонишь? Я тебе говорю, я газанул и все. Ты гонишь? Как я тебя не зацепил? Я тебя, блин... В бочину въехал. Ну я слетел сразу на этот. Чисто ты... в бочину въехал, ты даже не успел заехать. Я тебе могу видео показать. Без Б. Ты гонишь? Ты падла! Ёбаный стол. Что за бред? Куда я подлетел? Сюда. Ой, ё. Это что, второй видос мы записываем? Подожди. Третий. Уже третий? Ну, квач это третье название. Первая часть, вторая часть и квач. Квач. Записываешь. Давай ты квачок, я уже не могу. Чувак. У меня уже горло пересохло дышать. Такой адреналин. Так ты квач, подожди, стоп. Ну, поехали. Наконец-то. Я могу. А, не дотронулся. Я дотронулся до крыши. Не гони, ты не дотронулся. Вот сейчас ты как раз и не дотронулся. Дотронулся. Не, я, не тебе, я тебе потом на видео покажу, да. Чувак, ты не дотронулся, нет. Я крышу бампером цепанул. Как ты мог крышу бампером цепануть? Я не знаю, это уже глюки. Угадай, кто тут. Ля-ля-ля-ля. Просто вообще. Тут Данька нарисовался. Стой, погодь, вон, погодь. Догнал? Не, стой, погодь. Буду я квачом, но вон он Данька красный едет. Где он, Данька? Вот он, вот он. Это он разве? Это что? Он. Я ник засёк. Да он сказал, что не будет играть. Вот. Бандикиллер. Это он разве? Это не он? Это он, я тебе отвечаю. Он бы в нас тогда не впиливался и не искал нас. Ой, ё! Воу-воу-воу! Ух ты, вот ё! Да, ездить вы не научились. Ой, заговорил, ой-ой-ой! На обиженных воду возит. Да. Я знаю, где я сейчас подлечу. А прикинь, если мы будем кататься в этом... На горячий лед, прикинь, как будет? Ладно. Я знаю, что сделать надо. Ой, Даня улетел в воду. Ай-яй!
Так, давай, Миха, ты. Я поехал на гору Чилиад. Ты именно на горе или нет, возле выхода? Я поехал. Я рядом с мусоркой. Подожди, ты где? Все, но мы уже не будем играть в квача. Может, нет. Все, я тогда остановлюсь.